Здравствуйте. Очень рад вас всех видеть. Очень рад, что пригласили. Здорово, что здесь присутствую сейчас. Все началось с письма на электронную почту в ваш клуб. Мы, можно даже сказать, подружились с вашим клубом. Мы стали приезжать на игру, и после этого сказали, что к нам приедет замечательный игрок, и мы этому очень рады. Я очень обрадовался, поблагодарил маму за то, что она позвала Александра Гуцулюка. Самая любимая песня – это «Безумского рока» Юрия Шевченко. БДД – это все. Да, есть. Вот. Это иконка Святой Александр. Очень здорово, что пригласили в школу. Мне кажется, нужно как можно больше проводить таких мероприятий. Для того, чтобы дети видели, дети понимали, что в первую очередь, наверное, это помогает их здоровью, развитию. Я думаю, очень здорово. Мне очень понравилось. Больше всего понравилось, как автограф задавали. Задавали интересные вопросы. На автограф-сессии, я не знаю, чуть не задавили просто. Как каток навалились, прям сугроб сняли. Больше счастливы, чем дети, на самом деле, и видеть их горящие глаза, слушать их восторженные вот эти возгласы, но это супер, ощущения очень классные. Я желаю им удачи, чтобы они выиграли Белогорье.